Всем привет, с вами Пиксель, мы продолжаем играть в игру под названием Зуба. Сегодня, ребят, мы будем играть за крабика пиратика Эрла. Не знаю, что-то захотелось мне сегодня попиратить. У нас сегодня, как вы уже, наверное, знаете, вышло обновление. Ну, еще не у всех, да, я опять же напоминаю, это региональные все дела. Штука связана с этим. В общем, выйдет оно чуть попозже у всех. Обновление 4.10, но может особо не расстраиваться, потому что сейчас еще ничего не включено. То есть разработчики, как они делают, они выпускают вот обновку, да, на какой-то регион, что-то там тестируют. А потом работоспособность, наверное, потом выпускают для всех, и потом уже запускается только вот то, что есть в обновлении. До этого в обновлении ничего нельзя посмотреть, хотя мы можем, давайте с вами заглянем. Возможно, какие-нибудь скинчики добавили, их можно, кстати, найти по смайликам. Разработчики пока что вот такую штуку не закрыли, то есть смайлики отображают наличие новых скинов в игре. Ну, быстренько пролистаем, чисто так взглянуть, я просто, если честно, не смотрел, да? Забыл про этот момент небольшой, как можно смотреть. О, кстати, смотрите, вроде не было такого смайлика, да? Что это значит, что у нас, возможно, будет какой-нибудь праздник цветов или что-нибудь такое. Но это сакура, очевидно, или нет? Ну, в общем, сложно, так сказать, определить по черно-белой картинке немножко. Хотя она тут вроде бы и цветная, но все же. Других смайликов пока что не видно. И, наверное, мы их уже не увидим, скорее всего. Я, правда, еще тот очень этот внимательный человек, поэтому могу пролистать. Но нет, вроде больше ничего нету, поэтому... Да, просто поиграем сегодня за крабика. Почилим, как обычно, с ботиками. Да, у нас сегодня будут ботики в команде. Вы не представляете, как это приятно с ботами играть. Колесо появилось. Да, что-то его то ли позавчера, то ли вчера не было. В общем, несколько дней вот это пропадало, как мне кажется, да? Ля, ты шо, а что, подкруточку изменили, что ли? Или что? Ну, в общем, заманчиво смотрится там у нас опять сброса. Точнее, ну и там и сброса есть, как бы, да. И, ну, в общем, вы знаете все акты такие вот. Чем мне рассказывать. Ну, в общем, погнали в командные бои. С ботами поиграем, понаслаждаемся небольшим моментом, когда можно расслабиться и просто поубивать кучу противников, не напрягая. Да, прекрасные моменты. Прекрасные события. Немножко пробагалась, конечно, игра с загрузкой. Ну, как всегда, в принципе, это же Зуба. Кто бы она ни багалась, это нужно быть не знаю кем. Ну что же, 17 уровни уже ходят. Я всего лишь какой-то 19-й анубасик. 15-й, 18-й, ну, в общем, нормально, сойдет. Правда, вот непонятно, кто здесь бот, кто не бот, ну да ладно. Это, в принципе, не важно особо. Мы тут просто бегаем на челе. Дона уже сидит в воде. Что-то у меня лута нету, аптечек нету, вот. Всегда, я самый везучий, наверное. Ботов, кстати, тоже нету, как вы заметили. О, кого-то убили здесь. О, залетаем. Разваливаем. Хотя... Блин, меня сейчас могут сбрить так-то. Ой-ой-ой, как же не больно-то, аптечку успел тыкнуть. Вот понимаете, насколько боты жесткие? Вот это сейчас команда, чтобы вы понимали, ботов. К сожалению. И они прям нереально жесткие. Дико нереально жесткие. Дона, не бросай меня. Я своим 19-м крабом не могу задушить ботиков, потому что... Ой, как лагает, а? Офигеть. Вы знаете, там прикольного черепаха, у него же вот этот активный навык, да? Он вроде бы блочит, но на самом деле не блочит. В реальности нужно еще не забывать разворачиваться. И все такое делать. Потому что если вы не будете разворачиваться, то... Все, добили всех остальных, наконец-то. Как вам ботики слабые-то, а? Слабые? Угу. Думал, почилить зашел. Почилил, да. 5 16 ботов чуть не развалили этого дядю. Ну, точнее, чуть. Развалили так-то, развалили на изи вообще. Потому что мне еще дона. Ну, не самая слабая все-таки, да, кнопки она нажимала, в отличие от обычных союзников. Ну, в общем, да, что-то как-то было немножко душно. Немножко. Ты волишь. Так куда ты? Ой, как бесит, а? Этот жираф, только что он уже выстрелил меня, да? И получается, я в этот момент кукал дону. И меня, короче, скинуло в бок. Это вот, знаете, боты, у них же отброс прокачан. И не могут себе такое позволить. То есть, я там одна стрела летит, ты просто отлетаешь на несколько метров. Такой, понятно. И хук тоже отлетает на несколько метров. Ну, в общем, стандартная практика игры с ботами. Коллекция тут, да, намекает, что сегодня последний день. Говорится, кто хочет, ребятки, тот может заполучить. Там, кстати, пришли награды за прошлую коллекцию. Сейчас я вам их покажу. Там легендарный черный ящик, да. Вот они, видите, прекрасные. Это у нас была элементарная, ну, коллекция этих стихий, да. Где надо было стихийных персонажей всех заполучить. Включая последнего, это у нас Накалу скин, да, который... Ну, в общем, да, не сами персонажи, и как бы скины на них. Но, как бы, одно другое не мешает.
Ну, в общем, первый бой какой как выиграли против ботов. Сейчас не знаю, второй сможем осилить? Можем. Боты же, вы знаете, они не обы из чего сделаны. Да. Так, добровичок, наверное, залутаем, потом пойдем к команде. Хотя, на самом деле, лук бы залутать хотя бы. Ну, моя меткость, вы знаете, она на пределе возможностей. О, лук золотой. Ладно. Оп. Задержка у нас небольшая с отправлением к команде. Ну ладно, неважно. Главное, залутались. А теперь можно и к команде побежать. О, какой красивый баг бежит тут, а? Да, и правда красивый был. Необыкновенно красивый. А кенгуру словим? Ну, почти, почти кенгуру. Опять же, те же ребята. Понятное дело. Ну, ботов ловим себе, да. Вот сейчас самое интересное, это вот ивенты такое делать можно. Вот единственное, что хорошо, это в соло-боях заходить, делать ивент. С низким рейтингом, там не самые сильные боты попадаются, и поэтому это все смотрится достаточно легко и непринужденно. Ну, а вот в командных боях, видите, вот из-за того, что у нас вот эта Дона, да, в команде, нам попадаются боты вот 15 уровня с соответствующим рейтингом. И они как бы, ну, по силе, если честно, в разы прям сильнее остальных. То есть, если я зайду сейчас сюда, и мне не попадется команда эта Дона, то у нас будет совсем другие боты. Ну, будет не так, конечно, интересно бахать, наверное. Но это не точно, я не проверял. Ну, в плане того, что боты будут слабее, вроде как должны быть... Хотя нет, вроде должны быть. Ну, в общем, не знаю. Мы как бы этих развалим, особо тут. Если только одному не пойти против квада ботов, то вряд ли, конечно, проиграть можно. Плюс боты, они не самые сильные. Да. Ну чё, хук готов. Правда, хукать некого. Там еще сквад, а вот и они. Вот и они уже идут к нам. Сюда просто. Дабл-дробовик. Эти, блин, на смайлики нажимают. Сойдет. Ну, в общем... Ботики были ни о чемные. Давайте попробуем переждать, пока Дон отправится в бои без нас. Я просто хочу посмотреть, на каких ботов нас закинет. Закинет ли нас снова на 1400 рейтинга или нет. Ну, вряд ли, потому что, ну, слишком странно. Обычно так кидает. А заодно, кстати, посмотрим акцию в магазине. А то там вначале у меня акция не вылезла. Там, в общем, опять акция, где за золото можно покупать разные штуки. Да, я знаю, ребятки, что можно покупать персонажи за золото. Просто мне их не видно, понимаете, в чем проблема? У меня-то фулл персонажа, и как бы... Я как бы не могу вам показать то, что их можно покупать за золото. Но их можно покупать за золото, и вы это, в принципе, видели в магазине, поэтому у вас на самом деле сложный выбор. Хочется и легендарные предметы, и персонажей, и нужно как-то определяться. Но определяйте, с чего я могу вам сказать. Выбора все равно нету, поэтому разрабы будут все равно байтить в любом случае. Ну, цены вы видите, в принципе, ничего особенного, да, там 3300 на запятуху. Опять же, не рандомную, конечно, хамелеончика, но сейчас бицепс, он как бы, ну... Предмет-то хороший в любом случае, да, но иногда реализовать его очень сложно, и поэтому получается, что, ну, не такой уж хороший предмет, особенно на низком уровне, особенно на нем. Но, возможно, в будущем, когда-нибудь, бицуху бустанут, в кавычках, нет, конечно же, потому что предмет, ну, все равно сильный, но, а вдруг он станет когда-нибудь уже не актуальным. Будут, к примеру, другие более мощные предметы, и что тогда брать. Бицуха уйдет из боев, возможно, но это не точно. Потому что все вы знаете, дает она буст хороший, особенно когда набиваешь с тем там пилов и все, понеслась. Там прямо разница очень значительная получается в возможностях твоих, возможностях персонажа. Сейчас, кстати, мы... Вот, бицуху, кстати, залутали. Ну, команда не идет, поэтому пофиг, залутаем так. Кстати, это может быть боты? Не, ну боты бы за нами ходили. Еще один бот. Так, ну я хотя бы один килор... захватил, и то хорошо, в принципе. Лизи вроде у нас не бот, а может и бот, не знаю. Узнаем. Ну, пчела вот точно не бот. Сразу видно, там гения. Как он обновился? Ладно, не будем об этом. Попробуем поискать противников. И вот и они, кстати, да. Видите, 14 уровни, спокойно. 1000, сколько там, 1100 чем-то рейтинга, да? То есть никакие не 1200. Это вот как раз бот. Ботики, вот, несложно. А представь себе, там, когда вы играете на 1000 рейтинга, до 1000, точнее, когда проходите ивент, там иногда попадаются и по намного слабее, то есть, чем, блин, промахнулся, чем вот эти вот ребята, то есть, боты еще хуже, да, получается. О, бакс, легендарная граната бежит. Ну и получается, что по итогу, можно даже с 13 уровнями проходить ивенты. Когда вы там, условно, 20 какой-нибудь, ну это же кайф. Особенно тем, что ботики на этом уровне все-таки, ну, они плохо думают, я бы сказал так. Ну, вообще, они очень, да, если вкратце. Осталось против нас парочка игроков,
а может и ботов, не знаю, тут кого осталось. Сложно как бы определить, но карта слишком большая. Как мы их искать будем, я без понятия вообще. Ну, погнали, чё. Жирафка, о, жираф нашёл. А-а-а, понятно. Они, в общем, это... Нет, там 12 уровень. Вот это, получается, 12 уровень не бот, а вот... Ну да, сандали святого. Конечно, это не бот, это же гений, который будет убегать всю игру, да. Да-да. То есть, вы понимаете, он остался один на Лизе, да? Или она осталась одна на Лизе. Не знаю, кто это за существо такое. Но ему нужно убежать. Ему нужно убежать. И мозга нету, он просто убегает. Да, именно так, ребят. У меня слов нет. Насколько здесь нужно быть недалеким, чтобы не понимать, что происходит. Чтобы по итогу все равно пытаться убежать. Я не знаю, кем надо быть. Для меня это, ребятки, загадка. И как бы эту загадку я не знаю, как отгадать. Будем на этом заканчивать. Сегодня будет коротенькое видео, потому что первое видео вы, наверное, уже видели. А может быть, это первое. Ну, в общем, я не знаю, какое это видео, ребятки. Но если вы видели то, что видели, то видели. В общем, как-то так, да. То уже можете что-нибудь об этом сказать, написать, что думаете. Все равно, когда запустится нового, мы все узнаем. Ну, а пока что просто ждем и наслаждаемся боями с ботами, потому что они прекрасны, ребят. Это лучшее, что есть в игре, это боты, которые играют против вас. Потому что реальных игроков вы видите, да? Гении, сандали святого, убегают. Потому что. Все, на этом забудем заканчивать. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте комментарии. Не валите, не скучайте. Всем пока-пока.